Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Skylanders. Ну что же, только что я получил персонажа нового. Spitfire какой-то, я его еще не смотрел. Но да не в этом суть. Ребят, я за кадром немножечко поиграл, пытался разобраться. Здесь очень много чего надо делать, поэтому решил все-таки разбираться вместе с вами. Может быть, вы мне что-то сможете подсказать в процессе игры. Вам, как говорится, виднее со стороны. Давайте-ка мы вначале вот эти все плюшки получим. Так, 20 брюликов. Какой 20? 100, елки-палки. И 100 энергии. Угу. Так, замечательно. Одного босса я уже здесь убил, кстати. Вот что я вам хотел сказать. Так, давайте зайдем в тренировки. Отличная работа. Не могу поверить, что ты победил Чомпа Мэджа. Теперь давай отправимся в Туманное Болото. Да, ребята, был босс такой, но прикольный, мне понравился. Жалко, конечно, что вы не видели. Но если кто играет в эту игру, тот знает, про кого я говорю. Что это за Чомпи. Там такой кукольник, можно его так назвать. Он на руке носил какого-то чудика. И сам он превращался в злобного монстра, когда злился. Так, ну что же нам тогда... Неужели в болото отправляться? Давайте посмотрим, что у нас тут у персонажей. Так, ну, как вы помните, да, этого льва. Прикольный чувачок. Так, и где-то мне нового героя дали. Ага, вот он этот у нас, Shadow Spitfire. Кто это такой? Ничего себе, это какой-то дракончик механизированный. Так, давайте про него почитаем, если, конечно, у нас получится. Так, навыки, ого, у него навыков. Смотрите, вспрыск топлива. Ну, я говорю, он какой-то механический. Потом у него азотное ускорение, троеборье и кипучая ярость. Плюс у него какие-то усилялки, эволюцию можно ему потом сделать. Подожди, а где данные? Вот здесь, что ли? Дух демон скорости, способный разрушить защиту врагов и наносить критический урон пламенем. Вот это да, вот это круто. Пламенем. Надо запомнить, что этот чувачок наносит урон пламенем. У нас же каждый чего-то боится. Поэтому... Слушай, а как же мне его активировать? Я, кстати, хотел своего вот этого льва прокачать. Wildfire. Лев, мастер ловушек, способный провоцировать врагов и защищать союзников. Это, конечно, хорошо все. Ах, у меня же нет баночек, ребят. Да, тут же все делается с помощью баночек. Так, а что у нас здесь? Инвентарь. Камни душ. Давайте, наверное, призовем, я так понимаю, да? Перейти. Вот это я не знаю, что означает. Что тут? Я что-то не хочу рисковать. Хм, подожди-ка. Камни злодеев, камни элементов, материалы. Ребят, тут жесть, тут просто жесть. Тут так, тут очень много, тут, наверное, даже больше, чем в рейде всяких наворотов, прокачек и так далее и тому подобное. Но будем потихоньку разбираться. Вот это, кстати, материал, за который мы можем улучшать своих персонажей, но, опять же, не всех. Если не ошибаюсь, по-моему, только злых. А красными баночками уже добрых. Да-да-да, именно так. Слушай, я не могу понять, он у меня уже добавлен или что? Хм. Я вижу, вот они все здесь. Эти почему-то затемненные. Скорее всего, они не добавлены у меня. Ладно, не будем на этом заострять внимание. Давайте поехали дальше на тренировку. И мы с вами отправляемся в Туманное Болото. Вперед, как говорится, и с песней. Хорошо, мы прибыли на Туманное Болото. Подождите, хот-дог выглядит странно. Геф, я не очень хорошо себя чувствую. Это из-за влажности. Элемент воды здесь повсюду, говорит Хьюга. Значит, хот-дог и другие скайлендеры элемента огня не могут сражаться в подобном месте. Ага. Вы поняли, ребятули? Ха, вот это прикол. В общем, если сырая местность, то, соответственно, здесь не могут у нас элементы огня быть. Я также понимаю и наоборот, если будет огненная местность, то элементы воды тоже не смогут здесь участвовать. Ох-хо-хо-хо-хошечки, поэтому, ребятульки, не обойдемся мы тут двумя-тремя монстриками. Придется прокачивать как можно больше. Так, хорошо. Элемент огня. Слушайте, смотрите, а он все равно у меня присутствует. Я могу его заменить? Я заменить его, по ходу дела, не могу. На данном этапе. Видите, да?
пониженная атака и пониженная атака. Они же огненные, да. А вот яду пофиг. Он как бомбил, так и бомбит. Слушай, ну подожди, давай сделаем так. Вот уберем этого и уберем этого. А возьмем с собой, знаете кого? Ой, а дух льва-то тоже у нас. Угу, он же тоже у нас огненный. Погоди-ка, а почему Спайра у нас плоховат? Он же вроде как... Но он не огонь. Он элемент тени, скорее всего. Так, ладно, давай возьмем вот этого. Блейза. Блейза возьмем, посмотрим. Что ты мне показываешь? Так, Блейз. Угу. Снимает баф это, да? Бросает лезвие во врага и наносит дополнительный урон. Вот пускай будет Блейз у нас тут, короче. Я думаю. И кого же нам еще взять тогда, а? Ребят, как вы думаете? Давайте возьмем Спайра все-таки. Потому что, ну, он не чистый элемент все-таки огня, я считаю. Все. У нас с вами команда сделана, поехали. Надеюсь, я не прогадал, что выбрал именно вот таких ребят. Давайте-ка посмотрим, что у нас из этого получится. Так, будем бомбить физухой. Физухой, я говорю, будем бомбить. Ну, эльф, давай, елки-палки, спишь. Ну-ка, Спайра, укуси его за задницу. А почему ты не хочешь кусать его? Хм, странно, я нажимаю, чтобы Спайра делал удар, но он не хочет. Почему он сопротивляется? Погоди-ка, ребят, так вообще что... Ах, ё-моё, здесь у меня автобой стоит. Я думаю, чё за ерунда-то? Тьфу. Автобой, да-да-да. Ух ты. Так, ну давай этого брокколи сейчас мы с вами накумарим. Я хочу заодно посмотреть, насколько будет эффективен удар огня. А почему ты не делаешь, я не могу понять. Спайра, в чем проблема-то? Ах, вот оно что. Он, видимо, не хочет и не может его атаковать. Ты понял? На этой местности огонь как бы не активен. Поэтому я нажимаю на огненный удар, а он не применим здесь. Вот оно что тогда получается. Но давай посмотрим, как эльф. Вот, эльф действует. Так, Блейдс, ты как у нас? Я выставляю Блейдс. Подожди. А что не так-то? Погоди, ребят, что-то здесь, блин... Ну-ка, давай проверим вот так вот. Все, вот теперь нормально работает. Я не знаю, что здесь такое было включено, я не нажимал. Вот, и почему-то они странно как-то... А, видимо, они атаковали определенных элементов, которых здесь не было. Смотрите-ка, у меня почему-то хот-дог получил уровень, хотя он не участвовал в бою. Хм, искаженное измерение открыто. Искаженное измерение открыто уже? Хорошо, вход в болото. Так, ну здесь мы, ребят, с вами победили. Получили даже руну зелененькую, две звезды. Надо обязательно ее всандалить. Отличная работа. Не могу поверить, что ты победил. Да это мы уже читали, елки-палки. Мы это читали. Забираем награду. Так, свиток обмена. Это уже заманчиво. Мы получили сообщение от мастера Иона. Он хочет, чтобы мы проверили искаженное измерение. Вперед! Так, низший эликсир усиления, низший. Ну что ж, если он хочет проверить, так поехали. Я думаю, что Каос что-то сделал с искаженным измерением. Наши радары выходят из строя. Подожди, мастер портала, перед тем, как мы отправимся, я объясню тебе ситуацию. Разлом измерения не закрыт полностью. Несколько разрывов все еще осталось. Злодеи объединяются, чтобы захватить эти места. Мы не можем этого допустить. Ага, это искаженное измерение, в котором можно получить мощные руны и камни элемента. Ты можешь заходить в лабиринты без ограничений по времени. Не забывай заходить сюда как можно чаще, чтобы получать материалы. Лабиринты магии, лабиринт технологии, земли. Ага, кажется, я кое-что понимаю. Лабиринт элементов всегда открыт, так что ты можешь зайти в него в любое время. Не важно, что мы получим. Главное, что мы смогли использовать это для усиления скайлендеров. Пойдем и сделаем это. Ребят, по-моему, мы сейчас идем с вами за камушками, которые будут помогать нам в усилении наших питомцев. Ну что же, лабиринт земли, первый этаж, вперед и с песней. Ой, а что я должен сделать? Я должен выставить персонажей, да? Так, элемент земли. К чему ж ты слаб? Я вот не помню, где, ребята, здесь шкала такая, помните, где нам показывали, какие элементы против кого... Слабые. Где же это можно посмотреть, а? Так, атака, защита. Это нет, не то.
Ладно, давайте поставим эльфа. Мне кажется, эльф практически везде хорошо рулит. Очень хорошо. Ядовитые споры, у него разрез с клинком. И стелс. Ну, стелса, по-моему, у нас пока еще нет, насколько я понимаю. Или есть, или мы уже получили. Нет, нету нифига. Так, давай возьмем с вами льва. Духа льва, я имею в виду. Ага, он у нас как таунт идет. И возьмем мы, пожалуй, с вами, наверное, хот-дог. Нет, давай лучше возьмем спайра на всякий случай. Потому что у нас есть элемент земли, элемент огня и элемент тени, я так понимаю. Но мы можем также с вами компаньона. Это брокколи, компаньон у меня будет. Хорошо, давай тогда в наблюдатели мы возьмем с вами хот-дога и Блейдса. Я думаю, вот так вот. Что означает наблюдатели и компаньон? Вот это мне интересно знать. Хм. Ладно, поехали. Я надеюсь, мы тут с вами звездюлей-то не получим. Так, раунд один. Ну что ж, давай-ка пощекочем нервы этим ребятушкам. Ага, хорошо. Слушай, погоди, мне же раньше не надо было показывать, кого бомбить. Просто бомбили и все. А сейчас мне почему-то приходится вот так вот нажимать, кого я хочу ударить. Ладно, хорошо. Давай, бомби. Да, не ватные, ребят. Посмотрите, мы их разбираем как сосунков. Отключено. Как же мне это убрать-то, а? Чтобы они били именно... Вот стоит цель, да? И мне не надо показывать, кого бомбить, чтобы он сразу автоматом реагировал. Так, секунду, секунду. Не надо выделываться. Кто вы такие-то? Я думал, что вы какие-то механические, но вы... Типа циклопов. По-другому вас не назвать. Ну, Левушка, ну... Ладно, без Левушки мы справились. Так, я вроде бы прошел. О, ёхко! Босс, разрушитель земли! Ого! Парень, я надеюсь, ты не слишком лютый. Так, а тут еще, смотрите, сферы оказываются. Так, срочно делаем провокацию, блин. Так, надо... О-оу, тихо! Да будешь ты бомбить-то в конце концов. Вот эти сферы хоть уничтожаются вообще или нет? Мне что-то как... Вот, одну мы уничтожили, хорошо. Слушай, но в принципе, ребятуль... Просто ты успокойся, пожалуйста. Надо эту сферу валить, ну ее нафиг. Она достала, честно вам скажу. Ой, у меня эльф упал. Эльф, родной, вставай, давай быстрее. Сейчас он тебя будет бомбить. Ты же, когда лежишь, ничего не можешь сделать. Все, минус вторая сфера. Так, давай, Спайра, бомби этого гаденыша. Эльф, мсти. Отравлением своим мсти, говорю. Так, босс ходит. Ай, больно. Так, здесь же можно как-то, ребята, поставить цель босс, во. Ой, тихо ты. У него такие удары, ребята. Ой-ой-ой-ой, жестко. Я боюсь, сейчас я эльфа потеряю. О, блин. Ну, осталось-то совсем чуть-чуть ему там. Фу ты нафиг. Успели. Какая нафиг тренировка? Ничего себе тренировку они тут нашли. Какой жесткач, блин, устроили мне. О, 12 уровень получает у нас Спайра. И посмотрите, лев, конечно, отстает. У него всего 5 уровень. Надо подкачать, подкачать их. И мы с вами получаем, ага, низший камень. Плюс денежку немножко. И вот эти вот жетоны. Жетоны тоже пока не знаю, для чего нужны. Надеюсь, нам объяснят. Так, ну что же. Получаем низший эликсир. Скайлендеры могут быть усилены. Если ты усилишь до плюс 5, то сможешь провести эволюцию. Давай попробуем. Ну, наконец-то. Наконец-то я дождался этого. Конечно, давай попробуем. Я хочу улучшить вот своего эльфа. Стелса, да? И что же мне нужно сделать? Я могу вставить в него руну. Руна у нас на что идет? На атаку. В принципе, хорошо. Уже надета другая руна. Уже надета другая руна. Хорошо, ладно, мы не будем тогда делать руну. А давай-ка мы все-таки посмотрим, как нам нужно усиление, да? Ага, вот оно что. Нужно заплатить. Так, и он у нас подрастает маленько, да? 29 к атаке, 8 к защите и 43 к здоровью. Успешное усиление было написано. Так, получил награду.
И это получается у нас 5000 голды еще. Давай быстро и без колебаний пройдем этот этап, хорошо? Да, хорошо, конечно, но... Вы мне не даете нормально усилить и укрепить своих ребят. Вы все вперед и вперед. Это офигеть, болото-то длинное какое-то. Ладно, хорошо. Будем играть по их правилам. Исследование болота. Вперед. В принципе, эти ребята меня устраивают. Давайте сюда в наблюдатели мы поставим кого? Слушайте, ребятульки, мне нужно, наверное, Блейса вот сюда поставить. А в компашку мне нужно взять хот-дога. А зачем мне хот-дог, если тут болото? Парасете! Хот-дог не прокатит, вот так тогда сделаем. В наблюдатели. А в компаньон, я не знаю, что такое компаньон, вот честно говорю. И, по-моему, в обучении мне не рассказывали. Надо будет пересмотреть потом собственные видосики. Ну что ж, поехали. Поехали. Потому что, ребят, вот я вам скажу, когда по перваку играешь, да, много чего непонятно. Когда начинаешь пересматривать свой же собственный видос, начинаешь понимать, что где ты и чего неправильно делал. Или наоборот, правильно делал. Ну, давайте атаковать этого... А он слабон. Ему хана. Слушай, а почему мы так слабенько бьем? А, Блейдс? Скажи-ка мне, радость моя, почему ты так слабенько бьешь? У нас хорошо критует тут физуха и спайра. Хотя спайр вроде как огонь. А огонь не должен быть тут эффективно действовать. Хм. Вот, смотрите, эльф просто отжигает. Красава. Так, ну смотрим. Тень, например, по листве. Тень против... Ой, листва... Земля против земли очень хорошо заходит. А почему? Не знаю. Блин, ну я его как прокачал, это эльфа. Эльф стелс. Он теперь тут отжигает-то по полной программе. Причем даже... Без шуточек каких-либо. Так, давай. Тут вот, ребята, показывается очередь. Смотрите-ка, брокколи. А когда это он у меня будет ходить? А, это вражеский брокколи. Я думал, это мой компаньон, который... Нет, конечно же, вражеский. Так, враг ходит. Потом брокколи, потом Блейдс. А мы тогда выставим в очередь вот так вот. Ага, получил. У него сопротивление. Причем сопротивление к яду. Так, бессилие, он упал, короче, бессильный. Нет, он еще жив, он просто лежит в отключке. Вот теперь мы его убили. Так, завершена тренировочка у нас. И мы с вами двигаемся дальше. Все идет пока у нас отлично на 3 звезды. Лев у меня получает 6 уровень. Также Блейдс получает 7 уровень. Отлично, ребятульки. Но мне хочется их прок... Ох ты, смотрите-ка. Кто-то новенький, по-моему, у нас сейчас появится. Если, конечно, хватит осколков для его призыва. Так, это мы сделали, забираем награду. Вот эти баночки нужно потратить, у нас их тоже очень много. Уровень злодеев повысится, если ты скормишь им синие зелья. Ты можешь получить их в приключении или построить дерево роста и собрать их в качестве плодов. Ну что, попробуем? Ты еще спрашиваешь меня, конечно, попробуем. Конечно, попробуем. Так, что ты предлагаешь? Руны. У нас руна здесь идет на атаку и на атаку. Плюс крит 1%. Ну, хорошо, фиг с ним. Давай мы тебе оденем. Одели, да? Одели, отлично. Так, эффект набора сопротивления эффектом. Угу. Вот, вот у него, ребята, обозначаются все руны, которые вотнуты в персонажа. У Спайра вообще ничего нету, кстати. Почему у него нет ни одной руны? Вот зелье, ребят, видите? Вот для добрых нужны красненькие. Для злых, а злые у нас кто? Так, Спайра, ты у меня... Нет, Спайра не злой. Злые это вот... Вот эти вот, брокколи всякое. А эти вот, по-моему, у меня добренькие. Да, все добрые. Лев, ты тоже у меня добрый? Да. Но красных почему-то не дают. Дают в основном синие. А вот это, по-моему, призыв. Почему-то я не могу его призвать. И вот, смотрите, ребята. Кто у нас тут? Снэпшот. Какой-то дракон. И я так понимаю, он типа ассасина или что-то... У него лук, что ли, в руке? Да, у него лук. Только не говорите, что это стрела. Больше похоже на меч. У него, короче, и лук, и меч... И это какой-то как дракончик.
призов. Но мне, видимо, не хватает. Да, ребята, у меня только один осколок, а нужно 25, чтобы можно было бы его призвать. И здесь то же самое. Нужно 30 осколков, а у меня всего лишь 5. Да, и получается на Shadow Spitfire то же самое. Хорошо, мы с вами будем, естественно, ребята, копить эти осколочки. Но... А как интересно, я могу посадить здесь дерево, которое будет давать мне плоды, как они написали. Сейчас, секунду, будем разбираться маленько. Так, в инвентарь зайдем. Что такое? Добавить. Что тут написано? Facile, normal. Использую все камни, все власти. Не пойму я, что это такое, ребята. Материалы. Продавать? Нет, зачем продавать? Расходники. Так, свиток, материализующий энергию скайлендеров. Можно получить обычные камни души скайлендеров. То есть это я понимаю, если у меня есть дубли или ненужные мне, я их просто за счет вот этого свитка, ну, перетираю в порошок, что ли, типа того. Почему у меня уровень не растет? Я 4 уровня и все, и встрял на этом. Блин, где дерево, а, ребят? Войти, родник душ. Ну давай зайдем, что у нас тут. Обычный призыв, смотрите-ка, 100. Всего лишь 100. Так, обычный призыв с помощью камней желаний. Этих у меня сколько? Этих у меня 2279. То есть я могу сделать высший призыв. Камни души, героические X5, легендарный X5, гарантированный. Так а что мы с вами сидим и тут сопли на кулак наматываем, ребята? А? В чем проблема-то? Конечно, купить! Конечно, купить! Вот, елки-палки. Играю там какими-то нубиками. Не, ребят, на самом деле не нубики, нормальные герои. Крип Кинг. 17 карточек. Осколков, точнее. Так, следующий герой у нас. Дежавю. Следующий у нас. Рокки Ролл. 38 карточек, неплохо. Следующий у нас. Супершот. Стелс Эльф. Погоди-ка. Пит Босс. И Гершифт. Гершифт. Так, это, я так понимаю, нежить у нас, да? Вот это вот, смотрите, черепок, судя. Это у нас земля. Это у нас тогда получается природа. А это что, механизм? Да, это механизм, потому что шестеренка. А вот это-то что за... Этот, как его? Ну, что за стихия? Хм. Ребят, я еще призову. Вы, надеюсь, не будете против. Мне понравилось. Поехали. Большой транжира. Открываем. Нинджини. 43 ДНК, неплохо. Дальше у нас кто? Гил Грант. Элемент воды. Следующий у нас Вэмшелл. Вода тоже. Ред Шейк. Нежить. Тайнд Пул. Вода. Это, видимо, какие-то, ребята, боссы легендарные. Видите карточки? Энигма. Легендарный, эпический. И вот это вот синий, по-моему, редкий, а зеленые это обычные. Я так это могу понимать. Обычный призыв с помощью камней желаний. Давайте проверим, ребята, что это за такую за штука. Давай потратим. Купим. И... Ага, смотрим. Зук. Чоппер. Бэт Джуджу. А вот это он что, гипноз? Слушайте, ну я еще хочу призвать, ребят. Ну не обессудьте. Я, конечно, не знаю, вдруг они мне потом пригодятся куда-нибудь, а я их тут транжирю. Ну я транжирю-то куда? На питомцев же, правильно? На скайлендеров. Оу, кабум! Элемент огня. Верлинд. Эпическая карта, да? Дэйв Клопс. Легендарная. Амбуш. Энигма. Хм. Слушай, ребята, а чтобы Кабума призвать, нужно было 25 карточек, а у нас уже 42. То есть я могу его призвать спокойненько. Все, ребята, больше у меня нет, к сожалению, брюликов. Вы уж не обессудьте. Но пора нам, наверное, посмотреть этих новых наших персонажей. Давайте-ка зайдем сюда и посмотрим. Я могу призвать Нинджини. Призыв. Ох ты!
Нинджини. Это смесь слов ниндзя и джин. Эксперт. Так, хорошо. Я рад, ребята. Блин. Герои здесь тоже очень классно смотрятся. Ну, конечно, не так прорисовано, как в Рейде. Но, тем не менее, ребята, самое главное, что их здесь очень-очень много. Смотрим дальше. А можно почитать про тебя, Нинджини? Джин-гигант, вооруженный клинком ниндзя, наносит критический урон, а также управляет бафами и дебафами. Вот так вот, ребятушки. Давай поговорим об усилении навыков. Очень важно сделать твоего скалендера еще сильнее, поэтому слушай внимательно. Существуют навыки, которые могут быть усилены. При повышении уровня навыка увеличиваются его характеристики. Ты можешь заранее посмотреть, насколько увеличатся его характеристики перед его усилением. Для усиления навыков необходимы определенные материалы. Настоятельно рекомендуется усилять навык, если ты хочешь стать сильнее. Угу. Ну вот, я понимаю, вот это вот навыки. А что нужно для того, чтобы усилить? Материалы для усиления. А у меня нет таких материалов. Просто нету. Книжечка какая-то. Ага, это, видимо, наша энциклопедия, да? Где у нас будут все монстрики. Точнее, они у нас показаны, и мы за них будем получать эти, как сказать вам, брюлики. За каждый 20 уровень, насколько я помню, да? Хорошо, ну что же, Нинджини мы с вами посмотрели, призываем следующего героя, и это у нас... А я его могу призвать-то? Посмотрим сейчас. Да, я его могу призвать, это у нас Рокки-ролл. Призыв. А кто из них Рокки, а кто Ролл? Я так понимаю, Ролл это внизу, а Рокки это наверху. Или наоборот. В общем, это стихия земли или камня, я не знаю, вот городка нарисована. У него две звезды. Ну что ж, давайте посмотрим, кто чистит еще. Он типа шахтера, да? Дуэт друзей, которые используют силы скал и камней, чтобы быстро одолеть врага. Знаете, мне что напоминает это, вот, помните это? Когда чувачок-то там ловил покемоны, ё-моё, ну... Что-то типа того, два друга. Ну, этот-то хорошо устроился, на этом катается. Что, ребят, давайте вызывать вот этого. Ёк-ломаная нифига базука! И это у нас Кабум. Ну, само название за себя говорит, да? Кабум. Призываем. Йо, просто офигеть, у него пушечка. Так, ну я понял, что это элемент огня. У него атака, это атакующий персонаж. И давайте немножко посмотрим. Искусный изобретатель, использующий самодельную, но мощную пушку, чтобы атаковать врагов. Вот так вот. И, по-моему, ребятульки, пока все. Остальные персонажи у нас в загашнике, у них нет пока осколков, чтобы мы могли призвать. Но, тем не менее, я доволен, что у нас вот эти вот есть. Видите, что самое интересное, что нам нужно их прокачать. Так, усиление. У нас нету низших вот этих вот эликсиров усиления. А теперь я расскажу тебе об эволюции. Это процесс увеличения максимального уровня Скайлендера, а также улучшения его характеристик. Класс Скайлендера можно повысить посредством эволюции. Сила Скайлендера напрямую зависит от его класса. Для проведения эволюции тебе понадобится Скайлендер с максимальным уровнем и камни душ. Если хочешь сделать Скайлендера сильнее, не забывай про эволюцию. Так. То есть он у меня должен максимально быть 40 уровня, да, этот персонаж. И только после этого я смогу его проэволюционировать. То есть, этот должен быть у меня 40 уровня, плюс у меня еще должно быть сверху 30 осколков на этого же самого персонажа. Только после этого у нас все получится. Ха, не так все просто, как вы думали, ага. Так, ну я-то хотел что сделать? Я хотел посмотреть зелье. Опять же, тут все на добренькое, да? Блин, а почему они меня обделяют? Почему не дают мне зелье добра? У меня только синие. А синие мне ни к чему, это на злодеев. А злодеи, я так понимаю, это вот эти вот, наверное. Эх, обидно, печально. Ну что, давай-ка здесь заберем с вами книга. Что нам в книге тут хотят показать?
Ну, я понял, понял. Вы мне показываете просто моих новых монстров, которых я получил с Календера, да, мои? А в инвентаре что? Смотрите, он легендарный, Амбуш. Это Тайдпул тоже легенда. Пит-босс тоже легендарный. А вот фиолетовые это уже героические пошли персонажи. Гершифт тоже героический. Так, ну, опять же, ребят, я вам еще раз повторю, что нет у меня камней. А это еще что? Камни души злодея. Хе-хе, Бэт Джуджу. А вот этого говнючка я помню. А, вот, кстати, Чомпи. Босс на Чомпи был. Так, я вас, наверное, ребята, утомил. Давайте мы, наверное, пойдем дальше на тренировку. У нас тут еще уже миссии открыты. Так, это мы уже попробовали. Погоди-ка секунду, что он там хочет? Что он там написал? Используй синие зелья на злодеев 3 раза. Так, подожди. На злодеев 3 раза. Синие зелья, зашибись, у меня злодея ни одного нету. Как я тебе буду использовать-то его? А? Ты молодец тоже, блин. Ты прикалываешься надо мной? У меня злодеев нет, точнее, злодеи есть. Слушай, а может быть здесь... Во! Вот здесь я могу, ребята. 3 раза, да? Давай. Ну вот, предположим. 1, 2, 3. Все. Повышение уровня завершено. На это, на брокколи. Так, ну что, забираем награду в 5000 золотых. И я исследователь и постоянно путешествую по всему Скайленду. Однажды я бы хотела побывать на твоей родине, мастер портала. То есть, хотите сказать, что мы отправляемся на мою родину? Это у нас перепутье на болоте. Ну, хорошо, ладно, будь. Нет, это у нас край болота. Да, мы остановились с вами на край болота. Так. Поехали. Пушка морской звезды, блин. Это вот это, да? Пушка морской звезды. Ну что ж, давай посмотрим, из чего ты, парень, сделан. Слушайте, у меня самый шустрый это вот эльф. Он быстро откатывает и быстро атакует. Эти еще там что-то задумались, думают о чем-то. А у меня эльфик уже кромсает, рубит их. Так, здесь мы с вами победили. Блин, подожди, у меня дебаф висит какой-то, ребят. Нет, все, пропал. Исчез. Ну ты критуешь, конечно, обалдеть, эльфик. Я не могу ничего сказать вообще против этого. Просто отжигаешь по-черному. Ну, Спайра вроде включился в бой. Начал тут что-то показывать из себя. Слушай, ты достал уже. Так, нормуль, ребята. У нас с вами 3-я волна. И кто у нас тут? Ну, те же самые хламоны, которые хотят получить от меня люлей. Так, что там? Оп-оп-оп, пушка-звезда. Я понял, он стреляет со звездами. За счет этого у него пушка-звезда и называется. На тебе. Так, давай, Спайра, зажги их там. Он зажгет-то когда? В самом конце, ё-моё. Так, Блейдс. Даже добить не смог. Ну что ты? Этого-то рубаните, пока он лежит-то. Всем пофиг, что ли? О, молодец. Ну что же, завершена тренировка. Сколько тут тренировок? Сколько уровней-то в этой тренировке, ё-моё? Она никак не закончится. О, Блейдс и Эльф у меня получили по уровню. 8-й и 11-й левел. Зачем мне вот карточки на брокколи, вы скажите мне? И все время на них дают эти банки с усилениями. Это нечестно. Где красные банки? Мне нужно своих персонажей усиливать. Получаем награду, 5000 голды. Так, тут у нас энергия, да? Все говорят, что усиленные руны намного эффективнее. Попробуй усилить руну 1 раз. Подожди, а что, руну можно еще усилять? Так, ну, давай, предположим, усилим. Чем она усиляется? Просто деньгами, что ли? Ну, давай. Ёпростые, если бы я знал, что руны усиляются просто деньгами, я бы так бы и делал бы. Плюс 3, интересно, а максимально сколько?
Плюс 4. Слушайте, и недорого все это стоит. Ну, смотрите сами, копеечки. Ой, она у меня уже стала синей, по-моему, да? Но две звезды всего. Ага, не удалось, смотрите, усиление не удалось. Опс. Плюс 7. Атака 70 уже у меня. Так, подожди, это мы, ребята, на непрер... Фиолетовая стала. 75. Хм. Тут можно, смотрите, нажать непрерывно, она будет сама по себе усиляться, пока я не прекращу. Или три раза, чтобы раз, два и три. После трех попыток она останавливается. Или можно вручную усиливать. Так, ну что же, я сделал задание, я усилил. Вперед, давай мне награду, 30 энергии. Хорошо, так, во. Пошли в искаженное измерение. Неважно, хочешь ты получить руны или камни души, возьми меня с собой. Ладно. Бобрик, пойдешь со мной. Лабиринт земли, лабиринт технологий, лабиринт магии. Слушайте, а давайте попробуем лабиринт нежити. Сразу мне что-то вспоминается рейд, как мы с вами с боссами дрались. Так, мы с землей, по-моему, дрались. Давай вот лабиринт технологий. Подожди, посмотрим здесь. Да, здесь три звезды, здесь у нас пока еще ничего нет. Поэтому давайте посмотрим. Уж больно что-то босс похож. Так, это у нас механизм. Давайте посмотрим. Против механизмов очень хорошо работает земля. Так, земля. А что же вот это за элемент? Вот этот вот и вот этот вот. Это, я понимаю, вода, это природа, это земля, это нежить, это огонь. Ну, это механизм. А вот эти два, что за элементы? Это вот, будет здесь описано? Так, все элементы. Все элементы. Тут еще, смотрите, луна какая-то, элемент луны. И элемент солнца, по ходу дела. То есть... Элемент света и тьмы будет, я так понимаю. Блин, да почему же не расписывают, что вот это за элемент-то, ё-моё. Ладно, ребятули, вы поняли, да? Против шестеренок очень хорошо идет земля. Давайте смотреть, кто у нас земля. У нас... Блин, а он первого уровня. Хорошо. Возьмем льва. Смена навыков. Ну, убрать и чё? Так, а у меня всего лишь два навыка. Больше пока нету. Какой смысл что-то тут убирать и выставлять того, чего нету? Так, ладно, Лёвушка, ты не бутусь. Ты будешь стоять на месте. Так, кто еще? Ну, давай возьмем вот этого вот гаврика. Выплевывает камень и наносит урон врагу, да? Атакует врага ударом корпуса. Увеличивает силу атаки союзника на один ход. Ладно, проверим, что ты за фрукт такой. Смотрите, видите, повышенная атака идет. И возьму, наверное, своего эльфика. Как же без него-то? Тоже, кстати, усиленная атака идет. Хорошо, в наблюдателе я возьму, пожалуй, хот-дога и... И-хи-хи-хи-хи. Слушайте, а мне бы хотелось бы, это... Как его? Ниндзя Джина взять. Давай сюда поставим. А в компаньоны возьмем опять же брокколи. Старого пройдоху. Поехали, ребят, посмотрим, из чего этот босс сделан и как он себя будет вести. Так, ну вначале до него нужно добраться, да? Заодно и проверим своих ребятулек. Ох, неплохо. Так, ну-ка посмотрим вот эту. Опа, отлично. А вот это что за удар? Хочу посмотреть, что это за удар, ребят. Плевок шара. Вот так вот. Блин, ну слабенький, слабенький. Я это все прекрасно понимаю, что он слабенький. Первого уровня, что вы хотите? О-о-о-о-о, ничего себе ты, эльфик, зажарил сейчас. Да, ребята, они как-то автоматически делают вот эти вот суперудары сами по себе. А смотрите, я могу вот сюда нажать. И что это будет? Брокколи. Ядовитые споры. А почему ты просто стоишь, ничего не делаешь? Ребят, смотрите, я помимо своих трех персонажей могу вызывать вот типа поддержки. Вот я нажимаю, и что он делает? Вот сюда, вот, или...
Немножко не могу догнать, что в чем роль вот этого вот брокколи. Ага, разрушитель технологий, босс. Ну, вначале надо вот эти вот сферы нафиг поуничтожать, это однозначно. Блин, каменный чувачок, ты, конечно, хорош, все, но слабенькая у тебя атака, надо усиливать тебя, однозначно. Ядовитые споры. Что ж ты делаешь-то, никак не могу понять. Вот сейчас до него очередь дойдет, посмотрим, ребята, что он делает. Вот, ну. Что он сделал, я ничего не понял. Что-то помахал руками и помер. Ну, видимо, ребята, он сам по себе салабон. Это брокколи, я имею в виду. Поэтому никакого эффекта я от него не увидел. Так, ну я, смотрите, босса-то этого, по-моему, вообще салабон. Земляного мы, конечно, с вами бомбили жестко. А этого вообще разбирай. Да куда ты плюнул-то? Давай босса бомбим все. Давай, пробиваем. Эльф, давай, разрез клинком. Есть. Упала харя. Тренировка, блин, завершена. Сколько мы будем тренироваться-то еще? Почему ты никак не можешь получить уровень, а? Победа. Так, и мы с вами получаем награду. Вперед, естественно, камень. Ух ты, там, по-моему, какая-то руна была. Какая-то руночка нам досталась. Давай-ка награду мне сюда. Низший эликсир. Действительно, сколько тут? А тут, по-моему, вечно можно, ребят, проходить это обучение. Ты посмотри. Ты просто посмотри, я вот... Миссия 59, 50... 68. И это все обучение. Ты представляешь? Да ну, ладно тебе. 95 миссий в обучении. Нет, мне, конечно, один из подписчиков писал, но я... подумал, что он, наверное, что-то попутал. Но, видимо, так оно и есть. 95 уровней обучения. Как вам, ребят? Слушай, а что такое миссии? А, миссии это, которые я прошел. Ух ты! И я заработал, ты чего? Давай, все, конечно же, все. Опыт, главное опыт, ребята. Он бесценен для меня. Это миссии дня. Так, у нас еще миссии недели тут какие-то. Кстати, мы с вами можем... Есть. Поздравьте меня, дорогие мои друзья. Я получил 5-й уровень. Так, меню гильдии открыто. А вот это хорошо. Значит, я могу гильдию, наверное, создать. Так, общие миссии. Получаем 100 брюликов. Хочу вот эти вот баночки. Так, усиление я тоже сделал. Поэтому давайте опыт мне. Так, приключения. Всего лишь 1000 голды, что так мало. И, смотрите, мастер портала. Так, 50 брюликов. 1500 голды. Что это, достижение, что ли? Новое какое-то, да? Точно, и что там за достижение? Большой транжира. Да какой же я большой транжира? Я по минималочке все делаю. Что вы мне тут придумываете? Опять достижение. Сейчас скажут, супер, бесконечно. Бесконечно, ну конечно. Конечно, угу. Тем более еще и транжира. Ну что, ребята, гильдия. Так, подожди, вот тут. Так, награды уровня. Получить, конечно же. Награда получена. Так, на почту, видимо, эта награда пришла, да? Ага. Все. Нет, не все, тут у нас в инвентаре что-то. Камни душ, камни элемента. Кстати, камни элемента. Ребят, вот технология. А что я могу сделать? Материал, необходимый для развития скайлендеров, элемента технологии. А у меня пока нет таких. Точнее, есть, но они не призваны из-за того, что не хватает осколков. Слушайте, я скоро 6-й уровень получу такими темпами. Я могу что-нибудь построить себе в конце концов здесь, а? Я ведь знаю, что как-то можно было сделать. Войти, в портал я могу войти. А что у нас в портале? Ага, вот в портале как раз боссы, запомнили это, да? А это что такое? Поющий лес, туманная была, это что такое за сундучки? А вот, ребята, и босс, кстати. Вот этот вот чертячок, с которым я дрался. Ну-ка, сейчас я его покажу вам. Вот он. Чомпи-маг. Угу. Так, дай-ка я кристаллы получу, 50 штучек. Вот так вот. Отлично. Значит, Чомпи-маг. Если есть желание, ребята, вы мне пишите в комментарии, я вам покажу, кто он такой. Ну, а здесь-то у нас что такое?
Ох ты, ребята, это босс вот этого уровня, этого болотной страны, так скажем, будет. Туманного. Мы обязательно с вами забомбим его. Радужная долина. Слушайте, может быть, это что-то как бы со сферой, с радугой связано, я не знаю. Потому что, видите, тут заброшен завод, шестеренка. Деревня костей, понятное дело, да? Нежить. Особняк тьмы, ну тень. Храм света, свет. Золотая пустыня. Почему-то горы обозначается. Искаженное измерение. Смотрите, тут еще какой-то есть элемент. Ё-моё, тут элементов просто пипец. Так, ну что, давай получим 5000 голды. Все. Так, ребятульки, наверное, нам надо сделать с вами паузу. Вы, наверное, немножко притомились. Надо вам отдохнуть. Ну, а мы с вами обязательно увидимся в следующей серии, если у вас будет такое желание посмотреть продолжение этой игры. Так что пишите в комментариях, буду рад почитать. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.